служба судебных приставов потребовала передать. Законное действие совершил. Взяла, самовольно сняла арест с акций, которые сама же и наложила, а потом без решения суда сняла арест. То есть, ну, беспредел ничего. Это же уже банды. Банды по изъятию собственности, банды по оформлению незаконных приговоров. Мы уже с этим, не знаешь, как бороться, потому что ты обращаешься куда? Куда? В суды. А в судах ты правды не находишь. Да, действительно, судебный пристав, который почему-то из Московской области приехал в Москву, хотя это запрещено ему законом, наехал на представителя регистратора, причем в грубой форме, как бандит, и заставил перевести акции, которые нельзя было переводить, потому что они под арестом находятся, в пользу Ирины Игоревны Грудинной, бывшей жены. А потом она передала эти акции, пытается передать, не знаю, что сейчас дальше будет. Потому что регистратор весь напуган. И если он пойдет на это незаконное, на наш взгляд, действие, то тогда акции перейдут компании Рота Агро. Убыточной компании, которая захватила уже несколько предприятий и уничтожила их. В том числе в Ленинском районе два предприятия. Думаю, планируем с нами то же самое сделать. Взять и уничтожить предприятие, закрыть фермы, перепрофилировать производство. Вот и все. Ну, боремся. Что это? Что из этого выйдет в нашей коррумпированной стране? Потом мы поговоримся. Но сдаваться мы не собираемся.